Всем привет! Мы сегодня открываем вот такого робота. Да, всем привет! У нас сегодня вот такой робот на дистанционном управлении какой-то, да? Да. Интересно. А еще вот такие роботы бывают. Такой ну, у да, нас это... динозаврик, Костя. Да, это, наверное, коллекция этих роботов. Да. Что, открываем потихонечку. Что у нас тут внутри? Угу. Вот он наш робот, как выглядит. Вытягивай, что там у тебя. Высыпай, высыпать. Вот оно. Вот так выглядит хвост. Вот наш сам робот, да? Да. Ну такой интересный. Может, соединим хвост? Лапки, наверное, не шевелятся, не резиновые. Да. Хвост вот так, да, наверное? Или вот, вот так, наверное. Да, да. Так, как же его тут? Да я попробую. Все. Вот он наш динозаврик в сборе. Его надо включить. Угу. Вот, что, пробуем ездить? Не, не едет. А, ну, может, там в пульте надо еще батарейку? Да, я посмотрю. Тут ничего нет. Пульт? Да нет, вроде батарейка там есть. А, вот она. Дай. Есть здесь. Дай. Вот это да. Смотри, что-то не уехал. Возвращаю его обратно. Прям под самую камеру. Назад. А он поворачивает только в одну сторону, да? И хвост так интересно шевелится. Не? А может батарейка слабая? Может пока лежал в коробке? Вперед. А ну, покрути, что тут. А ну, включи что-то. Посмотри, чем он ездит. Тут колеса есть? Ага, вот. Это колеса. Так, колеса. Что у него еще такого работает? Хвост просто шевелится. Руки тоже резиновые. Ничего не светится. А ну нажми. Когда едет, не светится. Нет. Ничего не мигает. Это, наверное, ночью когда. Да? Угу. Мы будем... Я думаю, а то ушки какие-то. Ушки, да, вроде как должны быть внутри лампочки. Но, наверное, может быть ночью. Да. Рот не открывается. Больше ничего не нажимается. Да. Просто вперед, назад. Да. Не, вернее, вперед и разворот. Да, то есть все, что у него есть. Вот он, наш робот, опять вернулся к нам, да? Плохо, что он в одну сторону, да, поворачивает. Разворачивает, он сейчас упадет. Давай к себе. В камеру, а то его уж не видно. А ну да, я попробую. Покажу. Здесь вот у нас получается на пульте можно только крутить его. Вот так он крутится. И только вперед. Ой. Интересно, одновременно может... О, упал. Одновременно ездить и крутиться. Не, только что-то одно. Дай. Держи. Мегамонстр. Робот-трансформер, наверное. А что ты смотришь? А. Там надо на него направлять, поэтому оно плохо. Там кнопочки. Танцуй. Танцует. А так он танцует. Ну, сейчас еще хвост надо посмотреть. Тоже резиновый, да, получается? Да. Минимальные функции, да, просто так побаловаться. Поставил его так, чтобы он на камеру смотрел. О. Если вы нравится видео, то ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Пока-пока. До новых встреч.